Теперь кадры из Одессы. Там националисты попытались сорвать митинг в память о жертвах трагедии в Доме профсоюзов. Акция проходила на Куликовом поле. Вспомнить погибших в ходе беспорядков 2 мая прошлого года собрались несколько десятков горожан. Все было спокойно, пока на площади не появились активисты так называемого «Автомайдана». Они включили громкую музыку, вырвали у демонстрантов плакат с фотографиями жертв и подожгли его. Атмосфера накалилась, началась драка. В этот момент вмешались сотрудники милиции. Они выстроились кордоном, разделив участников конфликта, так что более серьезных столкновений удалось избежать.